зовут Маша. Немножко о себе. Чем занимаешься? Хожу на кружки. В школе у нас есть кружок шитья. Я во втором классе. У меня много друзей. Обстрелы часто у вас или сейчас меньше? Ну, меньше стало. Это во время перемирия, да? Скажи, а когда идут обстрелы? Ночью. А прячетесь от них в подвал или дома пережидаете? В нашей с мамой спальне есть... Ну, в нашей с мамой спальне нет окон. Мы туда прячемся, когда обстреливают. Потому что мы раньше прятались в подвал, а там банки с закупоркой стоят. Если волна просочится, она может разбить банки, и осколки полетят на нас. А окон нету изначально или заложили окна в спальне? Изначально. У нас закрыты окна для того, чтобы не попал снаряд и не разбило их волной. Ставни хотя бы какая-нибудь защита. А вот эти окна мы открыли, чтобы хотя бы какой-нибудь свет был в зале. А вечером мы их опять закрываем. Не раньше 7 часов начинают стрелять. Бывает так утром, днем и вечером, но это редко так стреляют. Обычно утром и вечером. Ну, живем хорошо, мама, бабушка не болеет, это самое главное. Но очень хочется мира. Очень. Чтоб не стреляли, чтоб дома не рушили, чтоб дети не умирали. Чтоб каждый день не молились перед иконками, чтобы, не дай бог, не убило, не завалило и так далее.